промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер сообщил, что спортсмен в любом случае выйдет на ринг 5 мая в Лас-Вегасе, даже если его соперник Канело Альварес не получит разрешение на бой. Все, кто забронировал билеты на самолет или собираются в Лас-Вегас на Синко де Майо посмотреть на бой Головкина, не меняйте планов. Геннадий выйдет на ринг независимо от того, будет его соперником Альварес или кто-то еще. Сейчас мы взвешиваем все варианты, разумеется, ничего лучше, чем ответный бой между Головкиным и Канело, быть не может, но если этот поединок не состоится, Геннадий все равно хочет драться. Впрочем, мы еще не подобрали оппонента, цитирует Леффлера Boxing.sin. Решение об участии Альвареса в поединке с Головкиным примет спортивная комиссия Невады, если Канело не получит разрешение, его могут заменить Деметриус Андраде, Сергей Деревянченко, Гарри О'Салливан и Ямагучи Фалькао. Канело может не выйти на бой с Головкиным из-за обнаруженного в его крови допинга. На счету Головкина 38 боев, из которых он выиграл 37, один поединок завершился ничьей. Синко де Майо – национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года. Будь в контакте.